Я решил сгонять еще и в мультиплеер все-таки поиграть в режим переплавка. Как видите, здесь нужно не защищать своих роботов, да, а наоборот, приводи своих крипов, видимо, в жертву отдавать. Так вот, посмотрим, что кого. Естественно, нас, скорее всего, накроют, ибо я играю в самый последний день беты. Так что, да, получайте очки умиротворения, бла-бла-бла, 500 очков умиротворения. Я даже не знаю, за кого играть. Попробуем, допустим, за грибка. Давайте посмотрим, кого они выберут. Я выберу того, кого они не выбрали. А, уже у кого-то открыт виски Фокстрот. Я возьму Мико. Боже ты мой. Нихера себе они там назадротили-то. Открыли всех персонажей. Интересно, тут хоть какой-то баланс есть? Эй, ты! Пичей! Пиджейн! Пиджейн! Выбирай быстрее! 80 секунд, мать твою. Я могу покрутиться-то. Фак. Ну как бы... Это ваша качать? А, фак. Я не то нажимаю. Лол. Там было... Я нажимал на нет! А нужно было на да, прикиньте. Чтобы подтвердить выбор. Не, ну презентация прикольная. Я выбегу последним, конечно же, да, такой... Опа! Короче говоря, сейчас нас порвут. Earn points by guiding your minions to designated incinerators and destroy enemy minions before they reach their own. The bigger the minion, the more points you'll earn by sacrificing them. The first team to reach 500 points achieves victory. Так, L1. Что это значит вообще? Ну это, видимо, граната. Гриб среди нас, гриб, который создает зону действия на 45 секунд, который союзник получает 79 единиц урона здоровья в секунду, биосинтез. Мика получает 260 единиц здоровья в течение 5 секунд. Швыряет мешочек со спорами, который взрывается, нанося... Ага, окей. Первый реакт. Пока действует биосинтез, использование серебряного луча на союзника увеличивает скорость передвижения Мико. Пусть будет L2. Ладно, поехали. Я уже был как играть. Я баба или мужик, хрен поймешь. Ладно, летс гоу, надо держаться вместе, ничего не знаю, просрали мид уже! Стопудово! Кого убивать-то? Кого защищать-то? С ботами как-то было все попроще и понятно. Не надо было, наверное, не хилить себя, да? Кого они стреляют? А то есть у меня нет брони? Фак. Я понял. Я ж бобы никогда не играл в своей жизни! Что происходит? Окей. Наверное, не стоило. Брать этот класс, он суппортер. Ладушки. Я тут постою, посмотрю, что тут еще есть. Молекулярная экология. Кунай отравляет врагов при попадании, нанося столько-то единиц урона на протяжении 2 секунд. Боевая минология. Основная атака Мико представляет собой броски отравленных кунай. Миколопропия. Эволюция наделила Мико живучестью, скоростью и способностью лечить с помощью целебного луча, восстанавливающего 116 единиц здоровья в секунду. А где мне? А, вот он, понятно, на L2. Окей. Все, я понял. Я чистый суппортер, медик, все дела. Ну, они уже рвут нас по полной программе. Yeah.
Хилим, 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 хилим. Погнали. What the fuck? Что произошло? Черт, как мне наверх подняться? Отстой. Давай, давай, хилю, 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 хилю. Хилю, хилю, мочи козлов, хилю. Давай, давай, я медик, все дела. Продолжай. Убили, нет. Фак. Их просто дохерища. Я не знаю, что происходит. Отлично. Я хз, что я сделал? Окей. Если постоянно лечение без осицы, то сменяется на ближайших, окей. А мы просто лечиться вместе с напарниками. Так, ускоритель. Что здесь еще есть? Фак. Фак. Меня не выпустят отсюда. Меня не выпустят отсюда! Крипы, спасайте! Нахера я это сделал? Чё-то, как они уже провели столько всякого говна? То есть нам нужно крипов уничтожать, по идее. Да, нам нужно крипов уничтожать. Только я не понимаю, куда... А, вот эти сюда идут, да, я понял. Чёрт, это я не могу взять, по крайней мере. А, понятно, нужно крипов их уничтожать. Где попадешь? Ты ж Борис Бритва, иди сюда. Так, им нужно довести сюда. What the fuck? Чё у меня застрял? Ну... Чё у меня застрял? Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Что происходит? What the fuck? Я не понимаю просто, но мы просрали, по-моему, по-жесткому. Так, свои. Живи, 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 живи до конца! Фак. Как он четвертого левела уже? Ну я с ними, естественно, проиграю в схватке, но... Я даже уйти бы не смог. Как они четвертого левела уже? Окей. Ну, короче говоря, это явно игра не для того, чтобы сесть и поиграть. Это игра для того, чтобы сидеть и задрачиваться. Это, в общем, ну это моба, понятно, это моба. И интереса в нее играть с задротами просто нет. Ну то есть в любой другой игре, да, ты можешь подойти и... Ну а здесь я проиграю автоматом. Я даже не знаю, есть ли у меня башенки какие-то. А вот, отойду под башенки. Enemy appeasement at 50%. Enemy minion alters relocating.
Ты, может, отстанешь от меня? Я тебе ничего сделать не могу. Ну-ка я встану под турельки. Прокачаюсь. Скорее не восстановились всех навыков. А, я прекратил серию? Вау, я кого-то убил? Давайте этот возьмем. Я хз. Что происходит? Я лечу по максимуму. Еще можно прокачать. Облако споры роняет отдельные споры по ходу движения, накрывая большую область. В случае прямого попадания по врагу облако споры оглушает. А, давайте это возьмем. Неважно. По-моему, это не тащибельно. Какой-то Дилан пытается сдаться. Ты что, серьезно? Ты охерел? Так, а как посмотреть? Нет, нет! Вниз, вниз телепортация, оказывается. Я пытаюсь... What the fuck? Это что было за... Дроп FPS? Что? А, это... Я подумал, что это наш был, fuck. Рядом с ним. Черт. Ну ладно, хер с ним. Ну, в общем, мы жестко вдули, судя по всему. Ну, не жестко, мы хотя бы сопротивлялись. Ну, я не удивлен. По-моему, никто не знает, как играть. Ну, вот видите, просто ты заходишь... в игру через неделю после того, как она вышла, и уже не знаешь, как играть. Учитывая даже то, что это бета, и здесь не весь контент есть. Нахера я это сделал? Надо большого было уничтожить. А этого и так добьют. Ну блин, я хотел его похилить, ну ладно, неважно. И ведь ушел, а, отпустили, обалдеть. Просто я один сражаюсь, я суппортер и сражаюсь с врагами. Что за бред? Окей. Трансфузия яда. Часть урона нанесенного врагам с помощью... какая разница? Ой! У нас тут... Чё? У нас кто-то вышел? Или это не... Я даже не знаю, как посмотреть. Или это у них кто-то вышел? Потому что у нас четверо на карте, то, наверное, у нас вышел. Я не хочу проиграть. Я наконец получил, кстати, ульту. Вау.
Ну хоть кого-то убил. Хоть что-то сделал. Полезное в своей жизни. Да, я гриб поставил, что-то как-то в жопе какой-то. Фак, грибочек. Стой. Сколько их там и почему у нас никого нету здесь? Ну, я не могу здесь один удержать. Никого нету. Ну, ну все, мы проиграли. Ну это я вам еще раз говорю, уже через неделю зашел, все, и ты ничего не можешь сделать. Ну это нет, в этой игре я просто прогнозирую забвение где-то недели через 2-3. Это не та игра, которую стоит делать такой задротской. Вот знаете, есть отличная моба, называется Monday Night Combat. Ну это не моба, но знаете, такая полумоба. Или Super Monday Night Combat. Вот в ней все легко, понятно, что кого нужно делать. А здесь просто, ну, задротить. Кому нужно задротить в это дерьмо? То есть, как бы, это то же самое, что и Dota, только с видом от первого лица. Никому это не нужно будет, там-то и дело. Поэтому эта игра сдохнет очень быстро в онлайне. Никто ее не будет брать. Либо она станет фри-ту-плейной, либо она сдохнет. Ну, он у нас еще, кстати, лидер был. Потрясающий. У меня больше всех очков. У меня больше всех убийств. Ну и больше всех смертей, естественно. Потому что я сразу помощи больше. Кристаллов, ну... Помощников, может, помощи. Ну, в общем, вы понимаете, да, все? Вы понимаете, какая у нас команда играла? Вы понимаете, да, как мне повезло четко с командой? Ну, что я могу сделать? Видите, все зависит от команды. Ты просто ничего не можешь сделать. Смотрите, здесь никто ничего не делает. Просто кто-то один подыхал. 8 смертей, 5 смертей, 7. Они даже не убивали никого. 9 смертей. Как они играли просто? Я вообще хз. У меня такое чувство, что они не играли. Пипец. Пипец. Ну, вы поняли, да? И каким-то образом мы еще умудрились 100 довести. Наверное, это из-за меня. В общем, вы поняли, да? Вот он пример. Вот пример того, насколько интересно играть в эту игру будет людям, у которых нет команды. Так вот. Знаете, эта игра такая... ну, мое мнение по поводу Battleborn, да? После беты. Это игра филлерная. То есть... Ой, вам надоел Borderlands? Не знаю, как, правда. Давайте поиграем в Battleborn. Здесь всего, как вы видите, 8 заданий, да? Каждая из них на 30... Ну, 45 минут. Ну, в среднем, допустим, на 40, да? Получается, можно пройти всю игру, ну, часов за 6, да? Будет ли вам интересно перепроходить эти задания другим классом? Может быть. Ну, то есть, ну ладно, ну, часов на 10 она. Ну, ладно, не на 10. То есть, если даже вы будете не одним классом проходить все эпизоды, да? Ну, хорошо, часов на 8. Часов на 8-10. Ну, может, на вас влечет. Потом вернетесь опять в Borderlands, да? Вам надоело Dota? Хорошо, идем противостояние закрытое. Потому что это. Опять же, здесь нужно задротить, и. Ну, это не тот тип игр, еще до кучи за деньги, да, которые ты покупаешь, которые еще нужно задротить для того, чтобы получать удовольствие. Ну, то есть, чтобы тебе понять, что происходит, нужно тебе столько всякой херни здесь напридумывать. Столько понять всего, столько понять, как что работает, что. Ну, конечно, не так много, как в Доте, но все же. Нужно задротить, то есть, как видите, неделя прошла с момента релиза, и я ничего не могу сделать. Команда подбирается такая, что ни хера не делает, по каким-то причинам, и я за суппортный класс убиваю больше, чем они, в сумме. Ну как так? Я не знаю, как так. Так что, этой игре я прогнозирую либо выход на фри-ту-плей, либо забвение, просто через... Да даже не через 3 месяца там релиза, через... Первые два, да может даже сразу забвение будет. Они еще анонсируют делюкс издания и сезон пассы, вы представляете? То есть они вырезают, понимаете? Это моба. То есть здесь должен быть отличный баланс среди 25 классов. Они, ну да, классов. Они еще потом до кучи в процессе добавят персонажей. А может вы всех сразу добавите? То есть они обещают дополнительные карты для сюжетной игры. У вас 8 карт, 8 эпизодов.
этого мало. То есть не все люди любят играть, не всем захочется поиграть в мобу. Да, вот это вот. Ну, это тупая моба. Мне не понравилось просто. Если я захочу задрачиваться, то я пойду задрачиваться во что-то, у чего более богатая история, богатая комьюнити и что популярно, да? Ну, не популярно, но более интересно задрачиваться. Это Dota 2. То есть, по сути, это то же самое, но только здесь целиться нужно. Там можно иногда даже не целиться, то есть в рукопашную забивать всех. Причем иногда непонятно, что происходит. Так что моба сразу нахер идет, потому что она неинтересная, не, знаете, такая... Была бы она хотя бы полуказуальной, но... Нюп. Зачем нам еще нужна одна моба? Хер его знает. Причем такие мобы уже, по-моему, есть с видом от первого, там от третьего лица. Парагон, по-моему, да, вот здесь фри-ту-плейный, по-моему, есть. Я в него лучше пойду поиграю, чем в это, за это отдавать. Так это еще за это отдавать деньги, понимаете? Оно выглядит как фри-ту-плейная игра в мультиплеере, но за это нужно еще отдавать деньги. Кооператив, в принципе, здесь нормальный, но, опять же, слишком мало миссий. То есть, либо вы отдаете, допустим, там $60, ну, будем говорить долларах, да, за, я не знаю, там, 30-часовую игру, как Borderlands, либо вы отдаете за 8-часовую, как здесь. Ну, вам не будет интересно переходить. Плюс еще всякие пакеты, микротранзакции. Мало того, что DLC, там, Season Pass, так еще и микротранзакции. Они совсем охерели. Просто-напросто охерели. То есть DLC-то платные будут. То есть посмотрите на Mass Effect 3, да, там тоже платная игра в мультиплеере, да. Но там есть богатая история, да, сюжетная. И в мультиплеере вы можете покупать вот эти пакеты, да, с микротранзакциями. Но все карты мультиплеерные выходили к той игре бесплатно. Здесь? Нет. Здесь вы должны все покупать за деньги. Так что я считаю, что слишком что-то многое возомнили о себе 2K и Gearbox. Ничего они хорошего не делали в своей жизни. Я считаю, что Borderlands 2 был просто невероятным успехом для них. А так они просто средненькая компания, которая возомнила о себе слишком много. И с вот таким вот подходом к игре, да, они, скорее всего, могут и обанкротиться. Ну, если, конечно, им не подкинут нового Duke Nukem Forever, с бюджетов которого они запилят себе еще одну игру. Так что, Рэнди Пичфорд, можешь пососать мои яйца. Я ни за что на свете эту игру не куплю и вам этого не советую. Подождите, пока она станет фри-ту-плейной, или подождите скидки 75%. Вот тогда, может быть, она будет того стоить. Ну, сколько она в Steam стоит? 2K, да? А в PlayStation Store, ну, 4, да. Но если вы, конечно, любитель мобы, вы играете только в мобу, то, естественно, вам это понравится. Задрачиваться... What the hell? Задрачиваться нужно здесь просто постоянно. Ага. И прямо сейчас, по-моему, закончилась бета. Если я не ошибаюсь. Ага. Слушайте, я прям в тот самый момент, когда бета закончилась, сумел сыграть последний матч. Ну, в общем-то, вот лично мое мнение по поводу Battleborn. Я эту игру вам не советую. Вот я поиграл в нее, две миссии в кооперативе. Два раза я сыграл мультиплеер, один раз с ботами, один раз с людьми. Мне не понравилось ни с ботами, ни с людьми. Ну, это лично мое мнение. Но я считаю, что если вы хотите задрачиваться в мобу, то найдите себе более популярную, интересную мобу, чем это. Потому что вряд ли она стоит времени, которое вложите в нее. Тем более, что я прогнозирую ей подыхание или большое снижение комьюнити в первые полгода ее существования. А у меня все с Battleborn, и у Battleborn все с Battleborn. С вами был Эллин. Увидимся в следующих видео прохождениях, которые обязательно появятся.